Стали известны подробности взрыва бытового газа в Кызылорде. Оказалось, пострадавшие подростки, родственники. И какое-то время все четверо пролежали под завалами разрушенного жилища. Накануне было решено перевести всех детей в медцентр Алматы. Сейчас они в реанимации, их состояние остается крайне тяжелым. Ожоги у подростков критические и сверхкритические. Общая площадь поражения составляет 75-85% поражения тела. Эти ожоги, они являются практически очень сверхкритическими и угрожаемыми для жизни. Подростки находятся в крайне тяжелом состоянии. Проводятся все интенсивная терапия по выведению больных из ожоговой болезни. Прогнозов врачи пока не дают, но заявляют, делают все возможное, чтобы дети поправились. По словам родных, отец одного из подростков дежурит у больницы. Все ребята из одной большой семьи. Двум девочкам и двум мальчикам всего по 14 лет. В момент ЧП они находились дома одни. После взрыва газа частный дом разрушился практически полностью. Подростки оказались под завалами. Первыми вызволять пострадавших прибежали соседи.